Севастополе наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю количество выявленных случаев заражения уменьшилось на 27%. Такую информацию озвучил заместитель губернатора города Александр Кулагин на аппаратном совещании местного правительства. Даже суточный темп прироста за неделю у нас уменьшился на 33%, средненедельный на 28%. На амбулаторном наблюдении у нас находится меньше на 26 человек сегодня по отношению к прошлому понедельнику. И детей на амбулаторном наблюдении на 29% меньше понедельник к понедельнику. Коечный фонд для больных коронавирусом свободен на 38%. Также, по словам Александра Кулагина, снижается число пациентов с внебольничной пневмонией. За неделю количество случаев заболевания сократилось на 28%. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе к концу прошлой недели составил 88,7%. Первым компонентом привито 267 тысяч населения, вторым компонентом 250, из них ревакцинация спутником Light 49 тысяч. И от гриппа, 49, да? 49 тысяч, да. И от гриппа на сегодняшний день 165 тысяч привито, 64% от подлежащих. То есть темп хороший. Однако в Севастополе по-прежнему наблюдается высокий уровень сезонной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемический порог за прошедшую неделю превышен на 18,3%. И хочу обратить внимание, то, что за 50-ю неделю у нас увеличилась заболеваемость детей. Сейчас у нас от общей заболеваемости 45% дети болеют.